Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу вам о лучших кухонных ножах для дома. В данный топ я включил 7 ножей, которые пользуются большой популярностью у покупателей и получили множество положительных оценок. Я расскажу о преимуществах этих ножей, а также в описании под этим видео оставлю ссылки на различные сервисы, где вы сможете сравнить их стоимость. Также хочу сказать, что на канале «Правильный выбор» вы найдете множество обзоров и рейтингов на различные умные устройства, бытовую технику и приборы, которые могут быть вам интересны и помогут определиться с покупкой. Так что самое время нажать на кнопку подписаться и на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Ну а я тем временем начну топ 7 лучших кухонных ножей. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Поехали! Ножи Самура Харакири сочетают в себе не только высокое качество и функциональность, но и экономичность. Доступная цена обеспечивается за счет использования при производстве однослойной стали, которая, помимо всего прочего, отличается легким весом. Ручки этих ножей выполнены из качественного пластика, они не скользят и не загрязняются. Так что пользоваться такими ножами одно удовольствие. Заточка лезвия у Самура Харакири выполнена на основе технологии водного камня, что обеспечивает долговечность заточки и остроту лезвия. Для покупки представлены как наборы, так и отдельные типы ножей для различных продуктов. Есть овощной нож с длиной лезвия 99 мм, который отлично справляется с нарезкой овощей и фруктов. Универсальный нож Самура Харакири имеет длину лезвия 150 мм и подходит практически для всех типов продуктов. Также производитель выпускает в этой линейке нож Синтоку, который позволяет не только резать, но и рубить или крошить еду. Кроме того, в линейке Самура Харакири предусмотрены нож Накири, нож для масла, европейские шеф-ножи различных размеров и многое другое. В общем, есть ножи на все случаи жизни, которые будут радовать своих владельцев своей долговечностью и остротой. Tramontina Century – это серия профессиональных ножей, которые могут быть использованы не только на домашней кухне, но и в ресторанах и кафе. Ножи изготовлены из высококачественной закаленной нержавеющей стали, твердость которой достигает 58 единиц по шкале Роквелла. Рукоятки ножей выполнены из поликарбоната с добавлением стекловолокна. Они ударопрочны, удобны и безопасны в использовании, а также способны выдерживать температуру свыше 200 градусов Цельсия. Переход от лезвия к рукоятке не имеет зазоров, тем самым обеспечивая гигиеничность и предотвращая соскальзывание руки при нарезке продуктов. Что касается самих лезвий, то их точная геометрия достигается благодаря компьютерному контролю, тем самым получается достичь идеальной остроты и правильной формы лезвия. Также стоит отметить, что ножи Tramontina Century имеют сертификат NSF, организации, признанной во всем мире, которая проводит консультации, проверки и обучение по безопасности здоровья пищи, воды, воздуха и окружающей среды. Производитель выпускает широкий ассортимент ножей в данной линейке. Для выполнения разных задач имеются ножи Синтоку, Накири, филейный, овощной, шеф-нож и, конечно же, универсальный. Приобрести ножи можно как наборами, так и поштучно. Продолжают наш рейтинг снова ножи торговой марки Tramontina, но уже из серии Professional Master. Как видно из названия, эти ножи разработаны для профессиональных поваров, а также подходят для использования в пищевой промышленности. Лезвия этих ножей на этапе производства проходят 3 этапа термической обработки, которые придают стали твердость от 54 до 58 единиц по шкале Роквелла. Клинки, изготовленные из такой стали, легко поддаются правке металлическим мусатам и не требуют специального оборудования для заточки, что, несомненно, является большим плюсом. Также стоит отметить, что у ножей серии Professional Master анатомическая рукоятка, имеющая шершавую поверхность, что позволяет ножу удобно лежать в руке и предотвращает выскальзывание. Рукоятка изготовлена из полипропилена высокого качества. При производстве используется технология MicroBand, которая добавляется непосредственно в полипропилен и предотвращает развитие и размножение бактерий и грибов на протяжении всего жизненного цикла ножа. Что касается ассортимента изделий в серии Professional Master, то производитель предлагает широкий выбор ножей для различных видов продуктов. Помимо овощных и кухонных ножей есть модели для разделки туш, филе, обвалки, нарезки пиццы
специй, и масла, и многого другого. И приобрести их можно как по отдельности, так и наборами. Напомню, что стоимость всех ножей, попавших в данный рейтинг, вы можете сравнить самостоятельно на сайтах, ссылки на которые я оставил для вашего удобства в описании под роликом. Кликайте по ссылкам на заинтересовавшие вас ножи и смотрите актуальные цены на них в различных интернет-магазинах. А я пока что расскажу про следующих героев нашего топа. Премиальные ножи Tajiro Western Knife пользуются высоким спросом как у высококлассных поваров, так и у простых любителей готовки на дому за высокую функциональность и качество, достигаемые применением научных подходов к эргономике ручного инструмента. Ножи Tajiro Western предельно неприхотливы и просты в уходе. Они практичны, и мыть их можно в обычной посудомоечной машине. Трехслойные клинки эффективно противостоят коррозии и долго сохраняют остроту, восстановить которую при необходимости легко несколькими движениями, интуитивно понятной в использовании фирменной точилки или обычным усатом. Главным достоинством ножей Tajiro Western является их твердость, достигающая 61 единицы по шкале Роквелла. Для сравнения, у алмаза это значение составляет 67 единиц, так что ножи этой серии необычайно твердые. Также стоит отметить, что ножи имеют 30-градусную заточку, которая выполнена на высоком профессиональном уровне по фирменной пятиступенчатой технологии. Что касается ассортимента, то помимо нескольких универсальных и шеф-ножей, производитель в серии Tajiro Western Knife выпускает множество ножей для выполнения специальных задач, которые по достоинству оценят профессиональные повара. Так, например, есть карвинговый нож для очистки овощей, нарезки корнеплодов, удаления семян, глазков картофеля, очистки кожуры и вынимания косточек, вырезания мелких украшений, а также для фигурной резки овощей и фруктов при приготовлении гарниров. Есть ножи сантоку, накири, а также специальные ножи для нарезки тонких ломтиков мяса и рыбы, так что Tajiro Western Knife станут отличным выбором для профессионалов. Продолжает наш рейтинг лучших кухонных ножей серия Samura Damascus. Как видно из названия, лезвия этих ножей выполнены из дамасской стали, которая сочетает в себе мягкие и твердые сорта стали. Именно это сочетание дает знаменитый на весь мир эффект размытости на клинке. Большое количество слоев стали обеспечивает устойчивость к различным нагрузкам, в том числе и боковым, что, как правило, случается при работе с твердыми продуктами. Кстати, о твердости лезвий. У ножей Samura Damascus она достигает 61 единицы по шкале Роквелла, что говорит об очень высокой твердости. Сломать такие клинки непросто, даже в случае неправильного использования они лишь погнутся. Также стоит отметить, что ножи серии Damascus имеют угол около 16-18 градусов, что дает примерно 20-25% экономии затрачиваемых усилий при выполнении наиболее тяжелых и трудоемких операций, таких как шинковка, нарезка и измельчение продуктов. Поэтому работа такими ножами более производительна и менее утомительна. Что касается рукояток, то они выполнены из шлифованного древесного пластика, комбинации нескольких слоев древесного шпона, проклеенных и спрессованных между собой в условиях высокой температуры и давления. Такая рукоять полностью исключает занозы, набухание, гниение, удачно сочетая все достоинства пластмассы и эргономичность древесины. Отсутствие заклепок и накладок, а также нейтральность древесного пластика к действию моющих средств обеспечивает соответствие ножей Samura Damascus с требованием санитарии и высокую долговечность. Что касается ассортимента, выпускаемого в данной серии, то помимо универсальных кухонных ножей, производитель предлагает широкий выбор клинков для работы с определенными видами продуктов. Так что профессиональные повара и любители готовить дома смогут подобрать для себя отличный комплект ножей. Продолжают наш рейтинг лучших кухонных ножей Tefal Ice Force. Эта премиальная серия долговечных и красиво исполненных ножей подарит вам удовольствие и оптимальное качество при каждом использовании. Лезвия этих ножей при изготовлении подвергаются резкому охлаждению, что положительно сказывается на их режущих свойствах и долговечности. Поэтому производитель дает 10-летнюю гарантию на поломку ножей серии Ice Force. Также стоит отметить, что ножи Tefal имеют удобные рукояти, которые не скользят во время использования. Они снабжены специальным ограничителем, который предотвращает случайные порезы рук. Что касается комплектации, то набор Ice Force включает в себя 20-сантиметровый нож для хлеба и шеф-нож, 18-сантиметровый нож сантоку, а также универсальный нож и нож для очистки. Такого набора хватит для выполнения практически любых задач приготовки блюд дома, а при желании можно будет докупить другие ножи и инструменты из этой серии.
завершает наш рейтинг ножи Berghoff Essentials, нравящиеся покупателям за остроту и широкий ассортимент. Материалом ручки данных ножей служит древесина или пластик, а лезвия изготовлены из нержавеющей стали с добавлением хрома, что положительно сказывается на долговечности этих ножей и режущих свойствах. Что касается ассортимента, выпускаемых в данной серии ножей, то производитель предлагает как отдельные клинки, так и готовые наборы. Есть нож для очистки овощей и фруктов, универсальный нож, который идеален для всех нарезочных работ, требующих точности. С помощью ножа для мяса легко нарезать мясо тонкими ломтиками. Также есть ножи для хлеба, поварской, для выемки костей, нож Сантоку и многие другие. Так что среди всего ассортимента серии ножей Berghoff Essential подходящий кухонный прибор смогут найти не только любители готовить дома, но и профессионалы. На этом у меня все, друзья. Напомню, что узнать актуальные цены на эти ножи в различных интернет-магазинах вы можете на сайтах, ссылки на которые будут в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а если вы уже являетесь владельцем какого-то из этих ножей, напишите о нем в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал «Правильный выбор» и жмите на колокольчик. Всем пока!